Здравствуйте, приветствую всех на своем канале, и в этом видео мы с вами посмотрим электронный каталог Avon 6/2014. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. И начнем с того, что яркая здесь обложка, и на ней новая туалетная вода Fleur. Брала в этот раз журнал мой Avon. Там непонятно какой запах, в принципе приятный, но не знаю. В общем, я буду брать пробник, по демо брать не буду. И вот такие вот у нас здесь спреи для тела, 79 рублей, для них хорошая цена. Далее как раз идет вот эта вот водичка за 669 рублей и плюс только лосьон. Раньше еще, конечно, давали в подарок спрей, но здесь вот только лосьон нам ограничились. Ну, посмотрим, как будет аромат. Сложно сказать о нем пока что-то. Далее вот здесь нам напоминают на этой странице, что если мы заказали на 2500 по каталогу 5, то можно в этом каталоге заказать себе подарки. Это лосьон-спрей и пену для ванны. Аромат наслаждения, по-моему, это идет у нас с жасмином. Далее такое предложение. Здесь, как всегда, те же самые ароматы. Это Far Away, Black Dress и Incandescence. И также с ними идет в подарок блеск с эффектом объема. Но кто любит эти средства, выходит, в принципе, дешево. 249 рублей. Здесь у нас мы видим такое предложение, что если покупаем любую тушь, то можно купить жидкие тени Super Shock за 69 рублей. Кому они нравятся, то можно присмотреться, или кому нужна тушь. Помада идет губная, абсолютный поцелуй, за 159 рублей, хорошая цена. И карандаш для губ Ультра за 99 рублей. Неплохое предложение. Лаки. Гель-эффект здесь 149 рублей. В пятом выгоднее две штучки взять за 199 рублей. Пилочки 69 рублей. Пурбланка обычная белая. И к ней дезодорант за 100 рублей можно купить. Оформление уже такое летнее. У страничек красивое. Цветочное. Black Dress идет. И дезодорант за 59. Обновленная версия Solutions. Мы здесь видим. Ну, цены такие обычные уже. Энью. Хорошая цена, но кому нравится, конечно, это антивозрастные. Далее мы видим вот эта серия с лавандой. Всю я ее пока так и не попробовала. И в ней появляется новинка. Это смягчающий бальзам для ног 50 мл. Вот такой вот. Ну, не знаю, как аромат. Думаю, все-таки в пятом себе закажу вот такой вот. Там дешевле он стоит. Ночной крем 99, здесь 129. Также видим пемзу новую за 49 рублей. Такой новый наборчик появляется с жемчужинками. Симпатичный. Сережки за 200 рублей. Кольцо за 300. И серьги за... Сколько же они тут у нас? А, нет, колье за 350, кольцо за 300 и серьги за 200. В принципе, симпатично смотрится, и часики здесь новые за 1300. Можно присмотреться. Идет такая вот сумка и шарф, который вообще непонятный, как будто футболку порезали. Ну, не знаю, в общем, я считаю, что даже за 250 рублей такой шарф дороговато по цене. Сумка, ну, сумка кому нравится, вроде бы она идет без молнии за 700 рублей. Очень хорошее предложение. Это можно выбрать помаду. У нас это здесь совершенство. И CC-крем за 299 рублей. Очень хорошее предложение. Можно присмотреться. Здесь мы видим тушь или подводка. Тушь появилась еще в том каталоге, я не сказала, темно-синяя вот такая вот желтенькая. Но мне она не очень тогда понравилась. Я второй раз ее когда брала. Любое можно, или подводку, или тушь за 159 рублей. Вот это очень хорошая страница, мне она понравилась, я из нее точно себе что-то возьму. Вот такой вот новый оттенок теней, подлинная красота появляется. Далее мы видим ультра новые оттенки, это какао со льдом, оттеночек крепкий ром и розовый лучик. Ультра будет стоить 179, хорошая цена. И тени 259, тоже хорошая цена. Также жидкий консилер появляется, маскирующее средство. В двух оттенках светлый и бежевый. Хорошее предложение. Себе, скорее всего, буду брать тени и корректор.
Ну, здесь также все стандартные цены на тени для век. Это четырехцветные, трехцветные, карандаши по обычным ценам. Туши по обычным ценам для глаз. Помада с эффектом объема. Мне она не нравится, но здесь она, кому нравится, можно закупиться. 139 стоит, хорошая для нее цена. А вот здесь хорошее предложение на блески. Это 2 за 199. Возьму себе вот такой вот блеск ультра в 5-м каталоге. Посмотрю, как может здесь еще приобрету один или два оттеночка. Абсолютный поцелуй у меня был блеск, тоже неплохой. Только вот в этом блеске ультрасияющем ничего не могу сказать. Но как-то отзывы мне не понравились, поэтому даже желания особого нет его пробовать. На помады предложение 2 за 300 рублей. Тоже хорошее. Здесь у нас ультра и матовый цвет. И суперустойчивая. И также бальзамы. Бальзамы неплохие. Тональное средство по обычным ценам. Здесь тоже все как, почти как всегда. Вот этот спрей тоже за такую же цену, как и был. Тут лаки у нас идут очень дорого, 199 рублей. Вот такие вот и обычные. А, ну да, эксперт цвета 129. Бывали они, конечно, и дешевле. И покрытие. Здесь все обычные стандартные цены. На аксессуары тоже. Люкс, наконец-то. Блеск за 250 рублей, люкс помада 300 рублей. Хорошая на нее цена, очень долго держалась, 350. Можно присмотреться, хорошая помадка. У меня был один оттенок, нежный поцелуй, Nude Sleep. Полностью я ее истратила, хорошая, мягкая, нежная помада. Пока себе второй оттенок, наверное, не решу взять, потому что помад сейчас у меня много. Но цены в этом каталоге хорошие на люкс. Далее тени идут. Подводка, тушь, то есть все по обычным здесь ценам. Это у нас ароматы дальше пошли. Тоже такие цены, в принципе, неплохие. 650 рублей. Но здесь 30 мл. City Rush за 760 каждый. Хорошее предложение вот здесь вот идет на более дорогой парфюм. 990 рублей Hervé Léger. Себе решила взять в 5-м каталоге пробники, чтобы посмотреть, как мне эти ароматы будут. Возможно, какой-то из них и приобрету. Здесь Femme, мужские, и Т, и Intrigue. Остальные по обычным почти ценам. Далее идет хорошее предложение 2 за 980. Но это предложение все время как-то дорожает. Было и за 850 уже, и за 900. Нет, 900 не помню, но за 850 точно было. Любые два. Здесь уже 980. То есть уже за 2 поднимается цена. Но мне пока ничего нет необходимого из этого парфюма, поэтому себе брать не буду, но можно присмотреться. Здесь у нас идет ультра аромат ультра секси и вот такие вот практически обычные цены на все. Здесь мы видим любой из этих ароматов за 300 рублей. Это Passion Dance, Celebre и Pure Blanca Elegance. Хорошее предложение. Summer White будет и Summer White Sunset. За 199 рублей, в предыдущем каталоге в 5-м 219. Разница небольшая, но я успею взять пробник и посмотрю, хочу я себе взять Sunset или нет. Далее Our Story идет по обычным ценам. Мужской парфюм, наверное, пропускать буду, мужскую серию. Вот True, новый True Life за 300 рублей. Мужской серии такая вот сумка появляется, интересно. Часы с браслетом. Вот серия Kia. Это с алоэ, которая уже появляется. Мне пока тоже ничего не надо, но цены здесь, как всегда, обычные, нормальные, приемлемые, в принципе, неплохие. Кому интересно, можно попробовать. Я себе ничего брать не буду из этой серии. Kia по хорошим ценам. Жидкое мыло я брала, очень мне нравится. Далее обычные цены на Селюке. Solutions наконец-то в каталоге в обновленном варианте. Здесь теперь с экстрактом винограда. Что-то мне это напоминает серию от Garnier для жирной комбинированной кожи. В общем-то, ну 129 рублей неплохая цена. Можно и попробовать. Я, возможно, по демо себе возьму такие парочку. Далее обычные цены идут на Solutions.
Энью серия. Тут все тоже как-то обычные цены, все как всегда. Серия Planet Spa идет, тоже цены стандартные. Ничего нового здесь нет. Вот такая вот интересная страничка. А здесь у нас уже летние аксессуары появляются. Сумка. В принципе, неплохие, ободок. Кому нужно что-то на лето, можно присмотреться. Далее уже идут для загара серия. Ну, цены такие неплохие, тоже можно присмотреться, если кому-то что-то нужно. Вот на этой страничке мы остановимся, будет вторая часть.